Не-не, там застрянет сразу, туда не надо. Вот, блин, это для экшена. Даже не надо просить, они посоветуют правильно. Смотри, он два, что один, что второй. Только не буксуй, говорит. Да все, сейчас. Какую-то хоть пару машин оставьте на твердом. Ёлки-палки. Так это внедорожник. Там трудно, вот в этом месте там капец, как тяжело. Но он едет, смотри. Так, продолжаем маршрутик. Как они сильно спущены, вообще просто резина полностью расплющилась. Только что подкачивали, потому что начали. А, подкачивали уже, диски. Да? Блин, 80-ка какая красивая уже сзади. Да, такой интересный ассортимент автомобилей сегодня. Какая-то дача интересная такая. И вон спорткар какой-то припаркован там. И прицеп. Мы проезжаем. Ну да, тепловые насосы, что же. Технологии посреди поля дом, ни один и никого строят. О, класс. В лесу. Чем-то танковую напомнила, только узкая и не глубокая. Ох, Ирпень. Течение такое нормальное тут. Ой, куда-то в лес опять. Лесочек хороший пошел. Да, по такой погоде приятно прокатиться. Пыли нет. Водичка. Так, сейчас где-то мы движемся к препятствиям, но еще пока просто красиво. Какой-то новый лидер у нас, Volkswagen Passat. Не, Крис ушел в другую сторону. А вот серьезный человек приехал. Неожиданно. Это джипер со стажем большим. Видишь, весь наклейка. Сейчас покажет оффроуд. Пускать его. Да, да, давай. Не хочет в кино. Или он навстречу может. Что, поедет за нами или нет, интересно? Да едет. Едет за нами? Что тут, по харду пошли? Опа. Пониженная. Это звуковое на пониженное включилось, типа, да? Опа, интересно. Леня заехал дальше. Монтерей. За Монтереем, я думаю, можно ехать. А, это он по Лениным следам, наверное. О, тут хорошо сегодня. Ёлки-палки. Смотри, как он копает. Не, ну мы как-то, видно, полегче нам явно. Сколько весит, не знаешь? Две тонны, да? Не-не, Wrangler. Wrangler две. Тоже две, да? У тебя, по идее, кажется, должен быть легче, крыша тонкая. Там пластик. Опа! Тут обгон идет. Куда он доедет, интересно? Птаха, смотри, крадется окольными путями. Так, Андрюха пошел.
Так, серьезный джипер на серьезном болиде с нами. У него стаж самый большой, наверное, из всех во Фроване. Слышишь, а как же тут сейчас джипер будет ехать, который сзади? Я вот это про него подумал. И там он уже весело впереди. Ох ты, ёханы бабай. А, вот объезд, наверное, есть. А вот объезд есть, он поедет, да, по объезду. Думаю, надо ли нам в объезд. Да. Интересно. Да, я думаю, мы проедем. Объезд есть для этого джипера известного, да. Ушел. Ох, ёлки-палки. Ну, но есть, видишь, оно так страшно выглядит. Запорожец бы проехал, я думаю. На квадрошинах. Номера ищет же. Стой, там номера где-то лежат. Натаха потеряли. Потеряли. Может и в той, блин. Это надо голуба вызывать, он найдет-то точно. Тот на. Богатые люди. Богатые люди. Слышишь, да можешь в июле приедешь, они будут лежать сверху. Слышь, тут не высыхает, Рут. Не высыхает, да? Привет. Можно написать записку. Потеряли номер, отдайте. Номер. Слышь, а мы. Потерялось. Там. Да, да. Ну и дальше. Или тут. Там на мосту был. Не-не, вот в этой луже, в этих двух. Ну, вообще вокруг. Обалденно вот, просто. Да, вот она чуть падает, тут еще можно проехать. Да? А? Вот. Ну, а, ты понял, я сначала попытался левее, меня просто. Ну сейчас высокая вода, да, вообще? Ну так, нормально. Средняя, да? Ну что, едем? Главное не тормозить. А, подожди, не-не-не, машину же надо. Привет! Так а вы будете ехать? Я аж вышел снять вас. Разворачиваться? Ёлки-палки, тут хорошее место. Ручьи текут. Так, болид ушел. Не проедет. Застрял для приличия. Давай, Таха, теперь. Уже номеров нет все равно. Уже не важно, да. Давай, твой выход. Вилл едет тут по уточкам, по косточкам. О, сейчас будет экшен. Крис, подъезжай с лебедкой уже. Он не застрянет? Таха тоже тут пройдет. Только номер задний снимите хотя бы. Нормально едет. Вес решает. Слышь, если Таха здесь занырнуть, будем часа три доставать его. Да? Давай патрол для начала испытаем. Да, ездит где хочет. Друзья, тут, конечно, для тяжелой машины. Она уже там, на подходе уже слышно, что. Да, уже слышно, что. Что непросто. Да вон, смотрите. Оно ж тут такое. Нет, твердо. Да, твердо. Нет, твердо, тут надо как ноги. Это ты легкий. Если один раз копнем, копнем. А если копнешь, и все. Стой! Блин, далеко он заехал. Не копай! Штурман,
понимаю, Вань. Блин, чуть не проехал. О, Леня, давай, глумись теперь, глумись. Леня, глумись. Не надо так было газовать. Да, перееду, он меня зацепит. Следующий. Не-не, там застрянет сразу, туда не надо. Вот, блин, это для экшена. Даже не надо просить, они посоветуют правильно. Смотри, он два, что один, что второй. Только не буксуй, говорит. Да все, сейчас. Какую-то хоть пару машин оставьте на твердом. Ёлки-палки. Так это внедорожник. Там трудно, вот в этом месте там капец. Но он едет, смотри. Сорвется все. Идет, идет. Ну там, я же говорю, вот там очень тяжело. Я так держался, блин, чтобы не сорвать колеса, капец. А можно Таха сюда? Они Таха вот сюда. Таха посередине, между ними беленькая, красиво будет смотреться. Алло, Коля, руль прямо! Да не, руль сорвался. Коля, руль прямо! Все, туда назад! Вот Таха вместо Лени. Да его так вот ровненько просто. Я на где твердый руль ставил. Вы по дороге едете? Да, присел. Не факт, если бы чуть быстрее, что проехал бы, но теперь есть чем заняться на ближайшие минуты. Давай зацепь. Она, пацаны, нажимай. Стой! Автомат у тебя. Неутралку включай, неутралку. Дай пульт есть. А, понял. Ну так это удобнее наматывать. Не газуй, меньше газа! Я утратил кучу. Меньше газа, не дистрация. Скажите, чтобы не газовал. А, он услышал уже. Скажи ему, чтобы не газовал, рывками. Да. На коксе заскочил, но... О, заприемлемо. Вот что значит вес, да? Человек подготовлен. Да, вот так все на лебедке. Вся дистанция. Таха спасает 80-ку. А, ни хрена не стоп, она не едет. Вот это жестко, да? Твой выход. Ты что, не угомонился? Эти донецкие никогда не сдают. Донецкие нет. Не угомонился. Ёлки-палки. Там чуть легче. Всё, прорвал. Да не. Всё. Да. Как? Там вообще сухо. Да, сухо. Сухо-то оно сверху. Монтерей почти достали. Я там выехал туда и развернулся там. Там очень сухо. Я где-то там... Лёнь, вес. Все решает вес. Да там сухо не вообще. Там... Говорит, там сухо вообще. Мне так показалось. Что-то я бы не сказал, что там сухо. В курсе, что такое тяжелое? Да, да. Вес. Крис, я вашу лебедку возьму. Ага, ступенька. Да. Замыливает конкретно. Я не вернусь, когда ты проехал.
Во-первых, они просто... А? Во-первых, он тяжело, когда поднимет его. Не-не, он сильно связался. Да, он просто срывает. Да. Жестко. Ну, вообще жестко. Так колеса разъехали. От грязи освободили. Блин, еще не едет. Там спереди такое прицепилось. Там спереди остров тянешь. Коля, это все по лодам. Все. Ты не хочешь, чтобы все... Глянь, она все равно не едет, посмотри. Сильвера не помогают. А не едет. Блокировки дело дрянь. Все. Вызвал радость. Я думаю, сейчас на Лене пойти и наказать все, знаешь, по кругу. Не, не, не. Леня, проедь по кругу. Не, 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 не надо портить картину, я уже проехал. Так, вода в фарах, в обеих причем. Там Артем с якорем, блин. 80-ка назад. Бегу, Витенька! Бегу, маленький, елки, я чувствовал, что... День пойдет намного лучше, чем было намечено. Ого, да тут, конечно, что, другой мир. Это земля или что это? Или так задумано? Так, Леня пошел в прорыв. Ну, интересно, чем это все закончится. Лебедок все меньше и меньше здесь на берегу. Леня, видите, аккуратно идет, с пониманием опасности. 80-ка что-то. Сейчас он Крису якорем станет. 80-ка что-то уперлась в патрол, наверное. Уже переехали, но все равно близковато. Я вплоть до того, что я бы его лучше бы тросом выкинул. Не-не-не, тросом опасно. Ну, он рвется и летит потом все. Бьются фонари, гнется кузов. Это просто из динамика, она как раз 12-метровая. Не-не, ну это не та ситуация. Он бы перескочил бы ее и стало, так мы... Динамика порвется, скорее всего, да. Или оторвется что-то от машины. Мы даже вытягивали динамику порвали. Правее переставится, ты отключил? Да, да. Да, хорошее место. Джимик. Но с лебедкой, но у него походу 1,3 движочек, и лебедка чисто под него. Угу. Посадили ему нахер аккумулятор, он с места даже не сдвинул. 8 часов нахер в той луже просидели. Пытались донкратить, подкладывать, да, бесполезно. Пока не приехала машина с нормальной лебедкой, мы ее заякорили за дерево, потому что ее сносило. И потом только... Наконец-то пошли правильно. Да, жесть просто. Столько места, нет, так надо плотно подъехать друг к другу. Алло. Да, ну вот и следующий. Гриш, давай назад! Саня, Саня, отойди. Да. Вот это нормальное кино начинается. Да,
достали вот это кому такое? Так это вы якорь доставали? Он в землю ушел, достать вообще нереально. Вообще нереально, да? А снизу копнули, там вода и торф, это все это. Так, ну Леня выйдет или нет? Андрей, отъедь назад! Блин, больше давай, всех любит доставай. Кино сниматься Саня, он все время в кадре. Попробуй назад на газах! Назад газу больше! Да, 80-ка едет к патрулю. А там тормоза в болоте. Да. Пневмороспуск у него рукой, она же рядом. Блин, вообще супер. Как-то он быстрее, чем патрул вынимается, да? Ты же открывал куда вот стоит. Так, якорь. И что? Пошел, да. Не, пошел, но не сильно. Блин, тут тоже, да, вот у патруля? А я мог бы на Discovery на его месте быть, видишь? Напьешься будешь. Знаешь, что Славик молчит? Потому что обычно в такой ситуации Славик говорит, я бы до Таха тут прошел. Рядом стоит. Он говорил, что я бы был. Я бы сейчас там пролетел, блин. Так он все лужи объехал сегодня, мы сзади ехали. Ну почти все, да? Не, ну не все, судя по машине. Судя. Фаня, я не обижал уже. Ну вон, объехал вот эту. А эту да. Блин, жесть вообще. Витя же инстаграмщик. Подписывайтесь на Витин инстаграм. Витя Убер Болт UA. Будет вам болт. И будет вам счастье. В скобочках крас, МАЗ, КАМАЗ, БелАЗ, Трал, Ви, он же Витя Захар. Ну, или дай Айкоса покурить. Да. Слышь, Саня еще ногой, видишь, держит? Да там все. Все работают. Давай я им фотографию семейную сделаю. Леня по первоходу хорошо проехал, и все. Да, назад уже не выехал. Редкие кадры, которые у тебя что на Артем видео, эту машину вытягивают. У тебя же на каждом видео есть это. Да? Да. А я вылезу, такая глубина. Да, да там сейчас можно было бы доставить. Нога уходит выше колен. Раньше он не выключался, сейчас он как-то там подкачивает. Все, спасен. Давайте уезжать отсюда. Отлично, типа выехал, но не выехал. Я взял точку. Да, 118. Когда-то я думал, что вот этот патруль самая лучшая машина. Вот отвечаю. Я скоро больше, я и по себе. Здесь какая машина самая лучшая? Ну, УАЗик мой, который сейчас строю. Ну, понятно. А потом, после УАЗика сразу? Вот Монтерей не помогает. Монтерей, после Монтерея Таха уже. Та, что стоит над УАЗиком и Монтереем, но это нечестная игра, это Ленин Самурай. Да? Да. Глянь, патрол, смотри, честно. Еще не едет, елки-палки. Потому что Ленину машину можно отнести как и квадроциклом, так и... Да. Все, все выехали. Хорошее место. Леня беспредельщик, Таха поджимает. О, смотри, тут сложно становится, да? Чуть веселее. Ага. О, хорошее какое место вообще. А мы по колее, как по рельсам. Глянь, Лёне надоело, подрезал, глянь, как по беспределу вообще. Никакого уважения к серьезным внедорожникам. Глянь, как он прыгает. Завелся, сейчас будет... Глянь, и этот, и Монтерей обогнал, блин. Что-то Лёня разошелся, конечно. Чувствует превосходство, доминировать хочет все время. Думаю, у меня мотор с BMW, я должен ехать первый. У него даже значок BMW на дверях наклеен. Как он тут скакал, я не снял, но вон. Ну такая тоже энергоемкая подвеска у него.
хода большие, Макс говорит вообще. Адрес уже уехал направо. А, ну все тогда. Дот хотели показать, Вите. Да дельфин уехал далеко уже. Разворачиваемся. Да, да, давай. Разворачиваемся. Ну там выше надо перескочить. Да, я помню те места. Там такие, эту лянчу тоже утопил Бодя с Мишей. Макс, какой там тот? Или 555, или 666. Говорит, или 555, или 666. Сейчас тот дот, наверное, про который я тебе рассказывал, который хорошо сохранился, это, скорее всего, он. Какого доджа? Все, мы можем выходить. Можем выходить, говорит. Да не, это не тут где-то. А как-то заросло все. Так тут все... А, вот тут справа проходная траектория, можем ехать все. Дельфин едет, елки-палки. Куда-то убежать бы хоть, чтобы не задавил он меня. Я уже в болоте. Белый дельфин не останавливается на достигнутом. Давай, второй тахо. Пока не накопали. Да. Проедем, наверное. Ого, тут деревья выросли. Тут вообще такого не было, друзья. Что-то меняется последние годы. Но тут выход не мог, тут немного нырял. У не мог нырял тут. Блин, вот тут у не мог лежал. Правее. Ну, на лебедке выйдет, наверное. Бутылку раздавил. Да, какие подвески. Красавчик. Калюк! Да. Калюк! Повтори! Жестяк. Я точно тут не утону. Витя! Ёханый бабай! У него координация. Да не, очень скользкие бревна, блин, или сапоги. Это очень старый блогер. Слышь, я давай допрыгну просто на ту сторону. Давай, допрыгну, давай. Долечу? Долети. Попробуй вон по той стороне на дерево, и вон пенек справа. Спасибо. Давай быстрее, уже машины едут. Ёлки-палки. Где машины? Так, едет второй смелый. А что ты уходишь? Не уходи. Ты нормальное место. Да, есть, поехали. Или корректор. Давай, ближе к дереву. Ближе к дереву максимально, чтобы шнурки практически от дерева. Ну не надо, не надо это. Слишком близко к дереву. Может и не близко. Лево, ру, лево, лево. Лево, лево, лево. Slow motion давай. Ровно едет. Чуть правее, дай. Чуть правее. Сняв руслан, как я приехал. Да. И теперь что? Да не, ну это реальный внедорожник. Крис, задумайся, какую тебе машину надо покупать. А вот, вот этот, да? этот может застрять. Ах, хрен он застрянет. Навали! У него глаза сильно голубые, он не... Ну если на Тахо здесь проедешь... Не, можно вокруг проедешь. Будет номер. Витя, Витя, да. Макс реабилитировался, глянь, бревно куда бросил. Сейчас контент будет. Я помню, Криса туда, так мордой. Да, все, не рассказывай же. Куда? А ты был тогда? Вот там, да. А ты первый тогда. Первый ты тогда нырнул и, блин, вынимали полдня. Да. Дядь, еди в Ранглер.
А что ты сделал, Макс? Что ты сделал для оффроуда в своей жизни? Макс говорит, кинул палку. Макс, я в Карпатах наехал на такую балку, вылезла через мост, вырвала пружину заднюю, вырвала. Что-то у меня плохое предчувствие. И вышла через задние эти самые. Через задний проход. И опорвался у передних колесов. Мы его вниз, сука, ни назад, ни вперед. Давай, гаслой! Это вот эти карбазы? Да. Наступай! Наступай! Наступившим тебе. Проехал. Все хорошо? Там в Таха грязь моя с нескучного, ты ж приедь только. Или проеду, была последняя фраза. Все ушли, все ушли. Что там, Крис? Что, Витя что-то показывает? Кто, Витя? Как немцы? Где? Ух, какой красивый он, слышишь, стал. Покрасили. Где немцы? И там внутри были, они уже убежали. Немцы, где вы? Где вы, немцы? Выходите. Капут, Гитлер. Привет. Привет. Здравствуйте, на хосты надо говорить. Ого, стреляют, блин, я ухожу за поворот. Так, как зайти на ДОТ? Подожди, смотри. О, я с этим. Багор, все правильно. Давай. Слышишь, ты как это, ты из Властелина кольца. А кто-то? Это тихо, не смеши, блин, мне и так сложно. А палка не сломается? Давай, колдовство свое делай. Тихо. Подписчиков было несколько сотен миллионов. Все СНГ смотрела, Руслана знала. Осторожно! Давай, Крис! Расшатайся! Блин, ты упал, Руслан, еще раз, давай. Без чуть палки. Не зашел. Проехал. О, вот тут залупас, помнишь, в этой яме? Ты узнаешь эту яму, Макс? А что с этой ямой не так? Тут залупазл боролся в этой яме. Нереальная тут борьба была. Тут каждая яма известна. Подожди, в замедленном снимем, стой. Так мы думали, сальто будет. Нет. Мортале. Я уже не могу сальто. Я что это запутал? По-моему, он не моет. По-моему, он духа вызывает. Или духа вызывает. Личинит ее. Не, комаров. Не, моет. Комаров? С одним мотором. Она с одним мотором у тебя, да? Ну да, впереди только мотор. Сзади еще не поставил. А то я думаю, что она так слабовато едет. Вот, да, кстати, может... Не, моет все-таки. Моет? Угу. Зеркала отбей, чтобы он легче будет идти по болоту. Там они есть... даже не отпали при переворотах ни разу. Какие крепкие, УАЗовские лишь? Это родные, оригинальные. Ой, ну не рассказывай, оригинального тут только ты остался. Ой, да, совсем уже каркас срезал. Да, да срезал. А, кстати, Леня, как ты от каркаса отказываешься? На капиталку сдал. А он на капиталку. А документы будут? Ну, конечно. Ну так без документов тебе все равно никуда не пустят. Застрянем. Так, я в новой машине, выключай музыку. Чистотело, может, нарвем. Макс. Вдруг помнишь? Танки, да? Да, у деда в огороде. Тут узко везде. Направо, налево. Так, мы куда-то выехали на большую дорогу, как-то резко, неожиданно. Где это мы? Ёлки, да. Это дорога. Да. Это мы где-то в районе Лютежа. Вы не Лютеж, Демидов. Где-то в этом районе выехали. Лютеж рядом где-то.
Неожиданный поворот. Ну да, туда, наверное. А дельфин туда и едет. Ну, это известная заправка, слышишь? Когда у вас плавал, мы тут заправлялись. Хорошие места. Красиво. Все уже и уже. Это джунгли просто. Макс, ну как Таха тебе, скажи? Макс. Я готов с него не вылазить. Мы не стоим, мы едем. Нет, ладно. Опа. Я переехал, проезжайте мимо. А, все, мы уже видим вас. Ого. Неожиданный поворот. По запаху не надо ехать, едьте мимо. Бревно несут какие-то люди, видел? Ага. Подскажи дельфину, чтобы повернулся. Куда пошел с паштетом моим? Дельфин, стой, 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 стой. А не, он без камеры, без рации. Ушел, глянь, понес. Какой-то мужик его сзади снимает, глянь, видишь? Угу.